На конкурс дети читают стихи. Рыбалка Григорий. Баллада о матери Андрея Дементьева. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит! Жив! Здоров! Не ранен! Не убит! Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома ей все чудилось кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.